Всем привет! Приветствую на своем канале. Игра SnowRunner. Обзор вот такого грузовика. Модула BTR-355. Емкость бака 500. Тип шин внедорожные. Полный привод есть. Дифференциал постоянный. Так, давайте его сейчас посмотрим. Потюнь. Двигатели. Три двигателя. Потом третий. Вот коробка передач. И коробки передач. Подвеска. Три подвески. Давайте активную возьмем. Сложная. Помыть. Дорожье есть. Лебедка стоковая. Вторая, третья, четвертая. Модули кузова, только верхний багажник. Давайте купим. Так, под крыша кабины. Потиман и на крыше. Купим. Диски одни. Красочка свой свет. Давайте вот этот применим. Такой вот у нас грузовичок. Посмотрим его. Так, кабине. Вот так. Зеркала сразу тут. Заведем. Спидометры работают. Так, сейчас посмотрим, какие прицепы цепляют. Прицеп для коротких бревен можно зацепить, тоже можно зацепить цистерну, центровый прицеп, прицеп даже лесовоза можно зацепить. Крутовой прицеп, генератор. Такой вот, ребята, БТРчик у нас. Зеркала работают, прямо. Куда ты поехал? В принципе, неплохой такой БТРчик. Проходит грязь хорошо. Разведывать карту на нем очень будет прекрасно работать.
Подвес с выполнением. Ребята, прикольный грузовик такой. Быстренько все везде проезжает.
Ну что же. Вообще буду с тобой тут мучаться, блин. Так, вот, ребята, там немножко такая ситуация получилась. Ну, ладно. Такой вот грузовичок. Всем спасибо за просмотр, увидимся в дальнейших видео, всем пока-пока.